Приветствую всех. Блин, заказал набор, такой, как вот заказывал в прошлый раз еще один, в момент, когда была акция, и мне пришел такой вот набор. То есть вместо одного пришел другой. Но, если честно, вначале опечалился, но потом рассмотрел его и понял, что этот набор, возможно, даже в чем-то лучше. То есть я хотел другого производителя заказывать вот эти вот клюшки для продавливания пинов в глубине скважины. Вот. И их не, ну, я не видел их на сайте. И вот заказал набор. У меня как раз приходят вот такие вот две клюшечки. Здесь есть очень эксклюзивные и очень полезная. Ну и само собой также есть клюшки такого плана для работы. И что самое интересное, это прочесы. Прочесы есть именно те, которых не было у меня в наборе, в обычном, ну, в который я первый заказал, самый полный набор. И здесь есть прочесы эксклюзивные. Я очень, честно говоря, доволен этим набором. Набор прочесы конкретно вообще звери. Рабочие. Это самые рабочие прочесы, которые вообще, ну, мне попадались. И вот сейчас, видя эти прочесы, только не в китайском исполнении, я очень, скажем так, счастлив. Несмотря на то, что набор пришел не тот. Единственное, чего здесь нет, так это четырех клюшек толщиной 0,35. Ну, в принципе, надобности в них нет. Даже если я вот сейчас открываю замки с очень узкими замочными скважинами, 0,6 мм вполне достаточно, потому как лузы, они просверлены именно, завести в верхнюю часть их возможно, и продавливать через лузы это тоже вполне реально, не нужно там пропихивать их сквозь щели, как некоторые себе думают, чем тоньше набор. В общем, замечательные наборы, ребят. Вот этот набор даже возможно лучше. И чем еще здесь, что еще здесь хорошее, это вот такие вот натяжки, идеальны для вскрытия таких вот сложных цилиндров, тонких. То есть толщина этого натяжка 0,8 мм. И для таких вот цилиндров, как там обновленное коле, у которых тонкая замочная скважина, и вставить ее необходимо именно вниз, или еще там другие цилиндры, у которых также есть тонкая замочная скважина. Это замечательные натяжки. На что еще здесь можно обратить внимание? Ну, клюшка вот. Такой клюшки восьмерки тоже нет, очень рабочая клюшка, особенно для вскрытия цилиндров, у которых нет проточенных пинов. Ну и с точенными она также работает замечательно. То есть здесь вот самый рабочий инструмент, который открывает также коле, шестипинку, ну и другие цилиндры с точенными пинами. Вот хороший набор, ну, хорошая клюшечка, она именно тонкая, замечательная. В общем, прочесы бомба. Но чем еще доволен в этом наборе, так это именно прочесами, потому как такого полного набора прочесов, конечно, в том наборе нет. И вот эти вот две клюшки как раз для того, чтобы додавливать точенные пины в глубине скважины. Это, ну, замечательные варианты, если, конечно,
сам, ну, скважина не своеобразная. То есть я потом затрону это также на своем канале. Вот, и мы посмотрим, где эти клюшки подходят, а где они не подходят. Ну а так вообще набор тоже шикарный. Еще раз спасибо человеку, который мне его предоставил. Не сожалею ни капли. В общем, всего хорошего.